Систему ящиков Axis характеризует безупречность форм и выразительность линий, которые идеально сочетаются с каждой мебелью. Благодаря ее гладким и ультратонким боковым стенкам значительно увеличивается внутреннее пространство ящиков. Система ящиков Axis доступна в двух цветах – белый и графит, а также в трех размерах – низкий, средний и высокий. Комплект ящика представляет собой направляющие, боковые стенки ящика, заглушки для регулировочных отверстий, крепление фасада, крепление задней стенки, шурупы. Начинаем с монтажа ящика. Сначала прикручиваем крепление задней стенки. Потом вставляем боковые стенки в крепление. Вставляем дно ящика в боковые стенки. Прикручиваем дно ящика с боковыми стенками. Прикручиваем крепление фасада. При подготовке отверстий в корпусе следует помнить о том, чтобы первое отверстие имело глубину 37 мм, что соответствует третьему отверстию в направляющей. Прикручиваем направляющую к корпусу шкафа. Количество используемых шурупов зависит от планируемой нагрузки на ящик. Выдвигаем направляющие, вставляем ящик и закрываем, чтобы механизм защелкнулся. После чего прикрепляем фасад ящика к боковым стенкам. Ящик Axis полностью регулируется по вертикали и горизонтали. Главным преимуществом системы ящиков Axis являются надежные направляющие полного выдвижения, которые выдерживают нагрузку до 40 кг. А встроенная система амортизации позволяет мягко и бесшумно закрывать ящик. Демонтаж ящика чрезвычайно прост. Сначала вы должны снять заглушки, а затем поднять защелку. Чтобы демонтировать фасад, необходимо снять заглушки, а затем прокрутить стяжку при помощи отвертки.
Систему Axis можно использовать как внутренние ящики. Для этого достаточно использовать только переднюю панель и соответствующие соединители. Все необходимые элементы доступны в приложении GTV.